На профессиональный лед арены имени Петрова выходят любительские команды. В Красногорске продолжается серия игр, в рамках которой на коньки с клюшкой встают чиновники разных уровней. На этом товарищеском матче с красногорцами встретились представители региональной власти. В команде гостей зампред правительства Евгений Хромушин и министр сельского хозяйства Андрей Разин. Капитан – сам министр спорта Подмосковья. Конечно, в Красногорске никогда не было крытого льда, и появление его является хорошим стимулом для занятий хоккеем наших детишек. И уже в Академии Петрова свыше 400 человек детей катается. Наш зоркий хоккей с мячом здесь занимается, фигуристы. То есть полностью это место зажило новой жизнью. Капитан команды Красногорска, начальник управления по физической культуре и спорту Алексей Кокурин. В составе представители управлений, совета депутатов, торгово-промышленной палаты и другие поклонники игры. После первого периода на табло 1-0 в пользу гостей. Но это не результат субординации, скорее показатель уровня игры. Красногорцы – относительно молодой состав и еще не входят в хоккейную лигу Московской области, в отличие от сегодняшнего соперника и еще 7 команд, состоящих из министров, зампредов, глав и сотрудников администрации муниципалитетов. Руководитель Красногорска предпочитает поддерживать команду из зоны болельщиков, не оспаривая истину о хоккее как игре настоящих мужчин. Мы уже вторую игру с ними играем, надеюсь, еще сыграем, потому что у нас каждая игра получается достаточно интересная, бойкие, все борются за каждую шайбу, никто не хочет уступать, особенно касается наших коллег из правительства Московской области тоже, поэтому рады, что они к нам приезжают, что мы вместе играем. Рады визиту и не расстроены из-за результата, говорят красногорские хоккеисты. Несмотря на усилия команды, и в частности двух голов Ильи Горбаткова, хозяева уступили областным гостям со счетом 2-3. Но победила-таки дружба.